Школьницу, которая получила ожоги при попытке сделать селфи на крыше вагона поезда, прооперировали. У нее 60% ожогов тела. Магнитогорскую девочку лечат в ожоговом центре Челябинска. Напомним, травму 14-летняя школьница получила, пытаясь сделать селфи на крыше вагона цистерны на 8-м пути парка железнодорожной станции в Магнитогорске. Одна из девушек передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом. При попытке сделать селфи 14-летняя девушка травмирована электрическим током высокого напряжения. Пострадавшая с места происшествия бригадой врачей скорой медицинской помощи доставлена в больницу с термическим ожогом. Известно, что девочку воспитывает отец, мама у нее умерла несколько лет назад. Папа делал все возможное, чтобы ребенку было комфортно, но школьница была все равно предоставлена сама себе.